Здравствуйте, дорогие друзья! Поставьте, пожалуйста, огонь, если меня хорошо видно и хорошо слышно. Огонек находится в правом углу внизу. Отлично. Надеюсь, что сегодняшний вебинар пройдет интересно, познавательно и, возможно, даже что-то выберете для себя, что-то узнаете новое. Сейчас еще немножко подождем и начнем, наверное, наш вебинар. Как у вас настроение у всех? Как-то нет огонька внизу. Должен быть огонек. Я его вижу. Ну так, хотя бы такой огонек, да, уже хорошо. А напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас уже аквариумы, насколько вы давно занимаетесь аквариумистикой, чтобы я понимал, с кем я сегодня вообще общаюсь. Елена, очень хорошо, что у вас отличное настроение. Ага, есть и новички, есть и очень давно даже есть. Угу. 200 литров, хороший объем, кстати. Ну вот смотрите, я вижу то, что и пишут люди, что есть аквариумы, которые уже содержатся 20 лет. Это, конечно же, отличный большой опыт, но сегодняшний вебинар, конечно, он будет такой обобщенный, и мы поговорим, наверное, больше не для прям таких профессионалов. Возможно, в дальнейшем мы еще будем говорить про аквариумистику более-менее профессионально. Но так как у нас вебинары такие бывают крайне редко, то, соответственно, начнем с самого простого, и точнее даже не так, я неправильно сказал, от простого к сложному. Начнем говорить про вообще самое элементарное, что с чего начинать лучше всего, да, ну почему, по крайней мере, как я это вижу, как я это считаю, да, опираясь на свой опыт. И в дальнейшем уже перейдем к более сложным аквариумам, и если будет возможность, то следующий уже вебинар будет больше для, конечно, профессионалов. И вижу, что Алексей написал, что у него есть и 350 литров, и 60 литров. Скажите, пожалуйста, Алексей, какой у вас фильтр стоит? Какая у вас стоит вообще фильтрация? Ага. Тетрафильтр и аэрация. А тетрафильтр внешний у вас? Или как вы там делаете? Или проток какой-нибудь, или внутренний, или что? Внешний фильтр. Ну да. Ну, давайте пока я немножко расскажу о себе. Я занимаюсь аквариумистикой, ну, тоже достаточно давно. Первый мой аквариум, точнее, даже не аквариум, это была первая банка, наверное, трехлитровая, она у меня появилась еще в 1994 году. Ну и там самые распространенные рыбки, конечно, на то время были рыбки-гуппи. И как раз-таки с этих гуппи я и начал. Это я еще был в школе, школьником был. Но потом, по мере взросление, конечно же, появились уже и аквариумы, уже сменились банки на аквариумы. У меня первый аквариум был, естественно, круглый. И, ну, то, что было в то время под рукой, тогда еще были 90-е годы, не так все это было широко распространено. Но после того прошло очень много выставок, и на которых я, соответственно, присутствую, смотрю на то, что появляется и как двигается вообще аквариумистика не только в России. В России она, кстати, двигается не очень быстро. Ну и вообще, как она двигается в мире, вот это, наверное, важнее, потому что у нас немножко аквариумистика, точнее, даже не сама аквариумистика, а подход к аквариумистике остался еще больше тех времен, когда у нас не было хорошего оборудования. И с каждым годом сейчас, когда посещаю конференции или посещаю выставки, конечно, вижу, как аквариумистика вообще в целом меняется. И если раньше люди тратили очень-очень много времени, ну, я так считаю, по крайней мере, очень много тратили времени на аквариумистику, то сегодня уже времени требуется на уход за аквариумом намного меньше. Аквариумистику в этой теме мы назвали именно от простого к сложному, или я еще и такую как раз тему называю «Путь аквариумиста». Много уже перепробовал в аквариумистике, содержал не только рыбу, содержал и других разных гидробионтов. Ну и, конечно же, я с вами об этом сегодня поделюсь. Кстати говоря, если у вас появляются вопросы, то здесь есть отдельная ссылочка под вопросы. Надеюсь, что она работает. Если они все-таки будут,
вы можете записать, мы потом об этом, обо всем поговорим. Потому что сейчас, пока когда я буду вести, не все ваши вопросы по общей теме смогу увидеть. Ну, о себе немножко рассказал, немножко познакомился с вами. Помимо этого, я скажу еще то, что есть видеоблог в Ютубе, «Пар аквариумистики» называется, и развлекательная такая аквариумная страничка в Инстаграме. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы, вы всегда сможете зайти туда и мне там написать, даже помимо данного вебинара. Ну и, может быть, даже с вами поближе познакомимся. Какой план у нас на сегодняшний день? Первое, конечно же, мы определим ваш статус примерно, ну, вы сами определите, я просто расскажу о нем, как это все происходит. Поговорим о самых важных законах в аквариумистике, которые нужно соблюдать для того, чтобы все было прекрасно в аквариуме. Ну и, естественно, с чего начать аквариумистику. Поговорим про улиток. Попробуем этот аквариум усложнить. Постараемся выбрать рыб правильных, за которыми нужен будет не очень большой уход, ну и по сложности, по нарастанию. Вообще поговорим о какие живности могут быть в аквариуме, потому что аквариумистика сегодня это далеко не только аквариумные рыбки. И как аквариум усовершенствовать. Поговорим про зоны обитания разных рыб. Примерный состав подберем, как подбирать вообще рыбу правильно в аквариум, особенно если этот аквариум будет не видовой, то есть не один вид рыб будет, а если аквариум будет смешанный. И еще поговорим, немножечко совсем заденем тему стиля оформления. Какие они вообще бывают. Вообще статус аквариумистов, конечно же, можно разделить на три группы. Это начинающие, это те, кто уже пользуется аквариумом, или аквариумисты со стажем. Вот здесь, которые люди писали, что уже пользуются 20 лет, я уверен, то, что они уже очень опытные в этом деле. Если разбирать вот эту вот лестницу более подробно, то здесь, конечно же, тремя ступеньками не отделаться. На мой взгляд, их должно быть 5. И начинается оно, это пирамида, можно сказать, начинается с желания человека. Очень много людей, у которых появляется желание завести рыбку, и для того, чтобы она там плавала, нужен аквариум. И таких людей очень-очень много. Но, к сожалению, аквариумистика это немножко все-таки совсем другой должен быть уход, немножко другое направление. От привычных нам животных, а я считаю, что привычные нам животные – это кошки и собаки, и все знают, что нужно котенку, лоток, например, когтеточка, чтобы она не драла обои, место, где она будет спать, игрушки. Ну, еще нужно глистовать и прививку делать. Вот такая базовая, да, часть, о которой знают все. А вот аквариумистика, многие думают, что это нужно просто, какая-то нужна просто емкость типа аквариума, да, и рыбку туда посадить. На самом деле, здесь не совсем так. К аквариумистике нужно подходить все-таки с умом. И прежде чем заводить каких-либо рыб, заводить аквариум, хотя бы нужно почитать. Ну или этот вебинар, я надеюсь, что он как-то поможет и подтолкнет к этому, чтобы понять, как правильно действовать, чтобы не было ошибок. Потому что аквариумная система – это не просто котенок или не просто щенок. Да? Здесь должен быть подход именно с умом, и надо все правильно разложить по полочкам, чтобы не было ошибок. Но начинающие аквариумисты, которые покупают просто аквариум и покупают просто рыбку, совершают очень много ошибок. Из-за этого портится вода, может появиться водорослевое обрастание в аквариуме, может быть даже рыбка погибнет. И тогда начинающий аквариумист, который купил себе просто аквариум и рыбку, он говорит, что-то у меня не пошло, наверное, аквариумистика не мое. На самом же деле аквариумистика это очень интересное и увлекательное занятие. И когда спрашивают аквариумистов, не зная аквариумиста, чем вы занимаетесь, по жизни, что вы делаете, они говорят, я хоббист, у меня есть хобби, это аквариумистика. Никто не говорит, у меня есть хобби, я держу котенка. А вот про аквариумистику именно так и говорят, потому что она идет по ступеням, и развитие аквариумиста идет также постепенно. Но если все-таки человек сделал правильный выбор, то есть сначала почитал про аквариумистику, прочитал про рыб, как за ними правильно ухаживать, и все-таки запустил аквариум правильно, и у него это получилось, вот эти как раз таки аквариумисты переходят на следующую ступень, когда они начинают задумываться о том, а как же сделать правильно аквариумистику, какие правильные условия должны быть именно для моих рыб. И это уже наступает вторая ступень. Так, Михаил пишет, да, у меня знакомый, пришел в гости, я дал вопрос, да, он говорит, угу. Да, я об этом как раз таки и говорю. Когда мы начинаем задумываться о том, что же нужно рыбкам, мы уже
углубляемся в аквариумистику, переходим на вторую ступень и начинаем уже изучать, а что нужно для этих рыб, или что нужно для тех рыб, а что нужно аквариумным растениям, если таковые есть, какие условия создать для сомиков, например, да, а для сомиков, например, нужны всякие туннели, да, им нужно увеличить площадь дна с помощью разных гротов, коряк и так далее. Ну и, естественно, если получилось и на этой ступеньке, то аквариумист переходит на следующую ступень, начинает общаться по интересам. У нас, конечно же, сейчас очень мало, по сравнению с прошлыми годами, у нас очень мало сейчас клубов аквариумистических. Они есть. Есть в больших городах, однозначно знаю точно. Но и в маленьких городах есть настоящие хоббисты-аквариумисты, мужики, которые занимаются этим делом и прививают это дело школьникам. Но на самом деле, просто никто сейчас это дело не спонсирует, эту аквариумистику. И очень дело такое достаточно затратное, и на оборудование нужно затратиться, и за помещение платить. Государство, к сожалению, бесплатные помещения под аквариумистику не дает. Поэтому клубов аквариумных очень мало, но есть интернет. Ну и, соответственно, в интернете мы можем найти людей, которые также заражены этой аквариумистикой. Найти людей по интересам, так сказать, да. Когда мы сталкиваемся с такими людьми, слушаем их советы, как правильно делать, или что они чем занимаются, они зачастую заражают нас видовыми аквариумами. То есть говорят, что попробуй вот содержать не вот таких рыб, которые у тебя там разношерстные, а попробуй поддержать только скалярии, например. Да? И когда ты начинаешь заниматься только скаляриями, ты углубляешься в тему скалярий и начинаешь знать про них все, и становишься сам таким небольшим специалистом. И потом уже ты даешь рекомендации другим аквариумистам на тех же самых форумах, на тех же самых сайтах по интересам по аквариумистике. Проходит какое-то время, ты когда уже получаешь большой достаточно опыт в тех или иных видах рыб, в тех же видах там, креветок, скажем, переходит постепенно аквариумист на следующую ступень. Ну, можно сказать, если получилось, конечно, здесь уже достаточно узкая пирамидка, да, получается верхушка вот эта вот. Когда ты, например, занимаешься скаляриями, и у тебя получилось вывести новую форму плавников, скажем так, да? Ну, это редкость, конечно. Ну, если говорить проще, окрас новый вывести. Такой вывести окрас в скалярии, которого раньше вообще не было. И вот в этот момент другие аквариумисты, которые уже тоже с опытом, начинают на тебя смотреть уже по другим углом и говорят, блин, как у тебя это получилось? Этот человек, этот аквариумист становится уже не просто профессионалом, а он уже становится авторитетом среди этих аквариумистов. Ну вот такая вот ступень, если говорить про развитие аквариумиста от начала и до конца, она примерно вот так вот выглядит. Но опять же, самое главное, я скажу о том, что главное правильно начать, не допускать фатальных ошибок, которые приведут просто к потере аквариума. Ну давайте перейдем к следующему слайду. Конечно же, здесь в картинке представлены примерные. Я же говорил о том, что аквариум... Это просто неправильно сказать. Аквариум это не просто. Но он может быть простым аквариумом, может быть средним и может быть сложным. И да, конечно, я думаю, каждый из вас сталкивался с такими мнениями, что там английский язык это просто на сайте пишет, или аквариумистика это просто. Просто. Но для того, чтобы она была простой, нужно, конечно же, и оформлять аквариум по-простому. И гидробионтов, то есть обитателей аквариумов, тоже туда запускать простых. Тогда это будет аквариумистика простая. Если мы будем оформлять живыми, например, растениями, то это уже будет совсем непростая аквариумистика. И третье, если мы туда помимо аквариумных живых растений, которые требовательным ходят, посадим, например, еще и дискусов, как здесь на картинке, то, конечно же, и рыба у нас получается привередливая достаточно такая, она непростая, как ролевые аквариумистики, дискусы. Они, например, могут воротить нос и не есть то, что вы им даете. Конечно же, такая аквариумистика будет занимать уже гораздо больше времени, потому что дискусы, которые не хотят есть, им подносят корм прямо к носу, показывают, на, бери, а он еще стоит, смотрит на него в толще воды и думает, есть мне или не есть. И на одно кормление может уйти до 10, а то и до 20 минут, чтобы каждый дискус покушал. Ну, то есть тут по-разному бывает. Вот поэтому мы аквариумистику, в принципе, и разделяем. Например, первый аквариум, там у нас петушок и искусственные растения, и гротик. Там охота особо не нужно будет. Там 20 минут в день хватит вполне. В неделю. Если аквариум достаточно большой, хотя бы литров 10, если аквариум, то там времени на этот аквариум уходит реально не больше 20 минут. Почистить в этом небольшом аквариуме стекла, протереть их или скребком, или какой-нибудь губкой, в зависимости от того, что там со стеклами, и подменить воду. Все, больше ничего не нужно.
Если же мы говорим вот про второй вариант, где я написал 30 до 60 минут, конечно же, помимо рыбок, там есть еще и растения. Растения у задней стенки расположены таким образом, что подлезть туда не всегда получается хорошо, чтобы почистить то же самое стекло, да? И, соответственно, к растениям нужен отдельный подход, отдельный уход. Ну и так далее. Давайте на этом слайде не будем задерживаться и пойдем дальше. Поговорим про 5 законов аквариумистики. Они на самом деле очень важны. Законов очень много, но вот эти вот 5 это такие, на мой взгляд, самые-самые основные. Первый, чем больше аквариум и меньше в нем рыбы, тем проще за ним ухаживать. Почему так? Многие думают, что лучше всего начинать с маленького аквариума. Но на самом деле это не совсем так. Может быть, не стоит брать сразу огромный аквариум. Возможно, стоит взять средний, хотя бы литров, ну, от 50 минимум, либо 100. Вот, наверное, 100-литровый аквариум – это вот самая-самая такая золотая серединка. Но почему же большой аквариум проще в уходе, чем маленький? Давайте приведу пример. Представляете, вот у вас, например, есть стакан с водой. И вот в этот стакан кидаете кусочек сырого мяса. На следующий день, когда вы проснетесь, скорее всего, в этом стакане будет муть, будет неприятный запах, потому что мясо стало разлагаться, а так как объем воды в нем маленький, сразу же появился запах, сразу же появилась муть в воде и так далее. Другое дело, если вы возьмете тот же кусочек сырого мяса и кинете, например, в воду с ванной, да? Да, мясо тоже будет портиться, но вода и показатели воды так быстро портиться не будут, как в маленьком стакане. Также и в аквариуме. Рыбки же, ну и другие, не только рыбки, другие гидробионты в том числе, они ведь не только кушают, они еще и ходят в туалет по-маленькому, они еще ходят в туалет по-большому, если так можно выразиться. И, конечно же, вода так или иначе будет портиться. Помимо этого, остается корм на дне аквариума, не съеденный где-нибудь между камней, он тоже будет портиться. И, конечно же, если у нас аквариум, объем аквариума будет очень маленький, то показатели воды будут очень-очень быстро меняться и портить воду. Вот именно поэтому, чем больше будет объем аквариума и меньше в нем будет рыбы или других всяких обитателей, тем легче за ним будет ухаживать. Второй закон – хищные рыбки несовместимы с мирными. Освещает свой банк. Давайте мы вот… Вы напомните, пожалуйста, Олег, этот вопрос, я потом попозже отвечу. А если есть желание у тех, кто сейчас смотрит вебинар, то они ответят, тоже будет интересно почитать. Хищные рыбки несовместимы с мирными. Почему? У нас вот начинающие аквариумисты, они смотрят не на характеристики рыб, а на внешний вид. Если им нравится, они закидывают все в один аквариум, а потом начинается колизей, там начинается битва гладиаторов в этом аквариуме. Очень просто сравнить, например, с живой природой. В живой природе мы явно видим, кто травоядный у нас, да, а кто хищный. Например, никто не подумает о том, что в один загон мы можем поместить овечку и, например, голодного тигра или волка, например, да? Никто не посадит в один загон таких животных. У рыб все то же самое. По ним внешне, может быть, и не так сильно видно, кто из них хищник, кто питается мясом, ведет охоту, а кто питается водорослевыми обрастаниями, ну, или там аквариумными растениями, кто может питаться, да? Но ни в коем случае не нападает на других рыб. Они тоже такие же, как и на суше. В воде все то же самое. Поэтому, конечно же, перед тем, как рыб разных закидывать в один аквариум, не нужно подбирать по красоте, по внешнему виду. Нужно помимо внешнего вида обращать еще внимание, хищная рыба или все-таки она мирная. Рыбки в одном аквариуме должны быть примерно одного размера. Почему так? Даже если мы не будем брать хищных рыб и посадим в аквариум только мирных рыб, но они будут по размеру, все равно возможен каннибализм. Почему? Потому что рыбки часто двигают ртом. Вот так, да, наверное, видели, у золотых рыб это явно видно. Они крупные, рот у них большой, они постоянно им пытаются что-то взять. И если в этом же аквариуме будут сидеть маленькие рыбки, неончики называют, которые, они очень хорошо помещаются в рот. И если она попадет в этот рот, обратно она уже не выплывет. И вы будете думать о том, что вот моя золотая рыбка съела неона. Ну просто они несовместимы по размеру хотя бы только. И не только на самом деле по размеру, но и по размеру в том числе. Если рыбка другой рыбки помещается в рот, таких рыб мы сажать в один аквариум не можем. Стайным рыбкам всегда нужна стая. Я думаю, все знают почему.
Это ведь касается не только аквариумных обитателей, на суше ведь то же самое. И человеку на самом деле, ну, большей части людей ведь тоже всегда нужно общество. Мы будем как себя чувствовать, если у нас не будет общества? Конечно же, нам будет одиноко, грустно, нам не с кем будет поделиться своим мнением, поделиться своими, так, лабео травоядные. Строить весь аквариум. Почему? Про лабео это отдельная тема, Анна. Ну давайте вам так, если коротко говорить, смотрите, лабео на самом деле он проявляет больше всего агрессию к рыбкам, схожих по форме, если он такой же вытянутый. Потому что у лабео выстраивается четкая иерархия. И если лабео видит подобного себе, он думает, что даже если это не лабео, но форма такая же или цвет такой же, он будет воспринимать его как соперника. Это первое. И второе, если ему не будет хватать места, ему нужно тоже уютное место, где он может оставаться один, и никто к нему лезть не будет. Но если возле его места выбранного будет это проплывать, если, ну это касается больше маленьких аквариумов, да, или если очень много рыбы в аквариуме, даже в большом, тогда, конечно же, он может отгонять. Но насколько я наблюдал, лабео все-таки таких прям жестких травм рыбкам нанести не сможет. Погонять сможет, подтолкать сможет, но вот прям откусить что-нибудь не сможет. Ладно, давайте продолжим дальше, а то мы так не закончим. Есть рыбки, которых можно держать в одиночке, но стайным рыбкам всегда нужна стая, потому что они действительно начинают грустить, они действительно начинают менять свое поведение, забиваться в угол, и, конечно же, это ничему хорошему не приведет. И пятый закон, важный закон. У каждого вида свой биотоп, у каждой рыбки свой биотоп, у каждого человека свой биотоп. Что же такое биотоп? Это место, в котором оно, рыбка, ну, если говорить о рыбку, находится изначально. Понятное дело то, что сейчас у нас рыбки выводятся в аквариумах, размножаются в аквариумах, большая часть из них, но у их предков есть все-таки свой биотоп, то есть место, где они изначально жили. В этом месте мы смотрим температуру воды, показатели кислотности. Мы смотрим, что находится в воде. Ну, например, это может быть крупные камни или песчаное дно, да, а может быть там есть коряги или опавшие листья. Вот место обитания конкретного вида рыб, вот это называется биотоп. И на самом деле, если мы будем подстраивать свой аквариум, ну, в частности, видовой, да, если у нас конкретный вид рыб какой-то есть в аквариуме, живет один, например, да, если он у нас все-таки есть, в первую очередь я рекомендую посмотреть в интернете, в каких условиях эта рыбка живет в живой природе, какие там показатели воды и как устроено место обитания, дно обитания реки, озера и так далее. Вот если так, с таким подходом подходить к аквариумистике, то я уверен, то, что у каждого, даже начинающего аквариумиста, который посмотрит все-таки, в каких условиях должна эта рыбка жить в живой природе, и примерно то же самое сделать в аквариуме, хотя бы примерно. Это уже 80% успеха, 100% аквариумистики будет. Ну, давайте перейдем к следующему слайду. С чего же все-таки начать, по крайней мере, тем людям, которые сомневаются, нужно мне это, не нужно. А вот ребенок просит, давайте, может, попробуем хоть что-то. Вот, если вы стоите на этом пороге и думаете, нужно все-таки или не нужно, я рекомендую, не нужно начинать сразу с рыб. Попробуйте с улиток. Аквариумных улиток на самом деле очень много. Аквариумные улитки по внешнему виду сегодня, которые есть в доступе в зоомагазинах и аквасалонах, они не уступают по внешнему виду даже самым красивым рыбкам. Ну, посмотрите на вот этих хотя бы трех представителей. Это так, навскидку здесь закинуто. И на самом деле очень много. Вот, кстати, первая улитка ампулярия, она здесь синяя, но на самом деле у нее много разных цветов. Улитка неретина, здесь она окрас Билайн иногда называют, да, такие полоски черные с желтым, но они бывают и красные, и с красным тоже разных много. Оранжевый кролик, вообще замечательная улитка, очень интересное поведение. Круглый аквариум. Да. Олег, я с вами полностью согласен, и поэтому, когда я показываю улиток, я именно здесь, в этом моменте, хочу показать круглый аквариум. Почему? Потому что у улиток нет боковой линии. У нас все рыбки ориентируются в пространстве с помощью зрения, и с помощью боковой линии. Но, кстати, даже не все рыбки. Есть рыбки и слепые. Я сейчас о них тоже скажу, почему аквариум круглый не нужен. Улитки не имеют боковой линии. Улитки не имеют слуха. Учеными это доказано уже 100%. Слуха никакого у улиток нет абсолютно. И поэтому, если вы все-таки смотрите по телевизору или видите в журналах круглый аквариум,
помните, что круглый аквариум подходит только для содержания улиток. Потому что если поместить в круглый аквариум рыб, рыбка себя будет чувствовать некомфортно. Почему? Представьте то, что вы находитесь в каком-то храме с круглым куполом. Там постоянно слышно эхо. Когда мы разговариваем, мы постоянно слышим вот это отражение звука от стен. У рыб все то же самое. Она будет постоянно метаться, потому что ей будет некомфортно. Постоянно будет отражение звука идти по всему аквариуму. Это раз. Во-вторых, у нее не только слух, у нее еще есть боковая линия. То есть она будет теряться в пространстве, ей будет некомфортно. И третье, даже для человека наблюдать за аквариумной рыбкой в круглом аквариуме неудобно. Когда у нас аквариум круглый, выпуклый, еще и с водой, это своего рода линза. Я думаю, все смотрели через лупу, да, выгнутую. Она искажает все-таки пространство. И, конечно же, наблюдать за аквариумом с рыбками круглым будет не очень интересно. Конечно, может быть, как интерьер он будет смотреться, но, в принципе, может быть, и нормально. И поэтому очень часто где-нибудь там показывают какие-нибудь новости, передачи, на заднем фоне стоит круглый аквариум. Но временно посадить можно рыб. На постоянной основе не рекомендую. А вот улиткам, почему бы и нет, попробовать себя в аквариумистике или посмотреть, будет ли ребенок ухаживать за аквариумной рыбкой или за аквариумной улиткой или не будет, конечно же, тогда мы можем выбрать улитку и круглый аквариум. И это единственный вариант, где мы это можем сделать. Ну и, кстати говоря, если все-таки говорить про детей и про попробовать, я хотел бы, чтобы вы понимали, что дети действительно просят: мама, папа, купите мне вот, или давайте кого-нибудь заведем, а давайте заведем аквариум. Вот в такие моменты вы должны осознавать то, что ребенок все-таки ребенок. И если вы заводите аквариум, то в первую очередь вы заводите его не только для ребенка, но и для себя, потому что ухаживать за аквариумом, скорее всего, будете вы. Ребенок – это действительно помощник, он может помочь покормить аквариумных рыб, ну или там сказать, что там что-то не так там в аквариуме, или мама, иди посмотри, там рыбка как-то плавает по-другому. Это больше все-таки ребенок, это больше наблюдатель и это помощник, но это не хозяин аквариума. Если ему, конечно, нет лет 14. 14 лет уже можно ребенку прямо заводить аквариум, пробовать. Есть такие люди, как я лично знаю, которые в 14 лет уже очень сильно углубились в аквариумистике, очень много информации, и обладают уже большой информацией, которую даже можно послушать и поделиться с более опытными аквариумистами. Но это прям вот, ну, мало таких детей есть, но они есть, действительно. Чем же интересно ампулярий? Ну вот мы завели, например, улитку ампулярию. Мы думаем, ну и что, она ползает по аквариуму, да, что-то, что в ней интересного? Давайте немножко остановимся. Не будем про всех это говорить, расскажу только про ампулярий. Во-первых, чем она интересна? У ампулярий в дикой природе коричневый окрас, в основном, ну, с полосочками такой коричневый окрас. С помощью селекционеров, с помощью аквариумистов, хоббистов выведено сегодня очень много разных окрасов. Они теперь не только коричневые. Самое популярное – это желтое, встречается желтое, такая яркая. Практически везде, куда вы не зайдете, и посмотрите аквариумистики, везде будет желтое. Так, улитки, так что уже несколько месяцев пытаюсь от них избавиться. Но это, скорее всего, улитки сорные, так называемые, какие-нибудь вредители, да, ну, вредители, наверное, плохо, ну, катушки, например, быстро размножаются. Если говорить про ампулярии, например, они разнополые, не гермафродиты, то есть им нужно для того, чтобы расплодиться мужчина и женщина, то есть мальчик и девочка, и там целая система по их разведению. Но действительно очень часто улитки сорные в аквариум попадают, и это попадает больше, чаще всего с растениями купленными. Помимо того, что ампулярии разных цветов у нас есть, они еще бывают разных размеров. Конечно же, те ампулярии, которые больше всего распространены у нас, они сантиметров 5, ну, может, чуть больше. Но на самом деле, если поискать, существуют разные виды ампулярий. Ампулярия вообще переводится как яблочневая улитка, и это, ну, их очень много в этом семействе, очень много разных улиток. Некоторые улитки действительно огромные, они достигают 15 сантиметров. Правда, в аквариуме такую улитку, наверное, держать не получится. А вот 5 сантиметров, самые распространенные, которые есть, да, вы найдете легко их. Чем еще интересны эти улитки? Помимо того, что она крупная, ее очень хорошо видно в аквариуме, их можно закинуть несколько и сделать их как цветные камушки, они будут везде, да, ползать эти цветные камушки. Эти улитки достаточно подвижны, по крайней мере, если в аквариуме теплая вода. Но вот сейчас дали отопление, да, квартира достаточно тепло, и в принципе в аквариуме, в круглом даже, можно обойтись без обогревателя, и вода действительно достаточно теплая. Ну вот у меня сейчас вот этот аквариум стоит, здесь обогреватель я отключил, убрал полностью, вода здесь 22 градуса, 22-23, ну, прыгает, скачет так.
Для ампулярии это приемлемо, они будут себя активно вести. Если температуру понижать, ампулярии будут более медленными. Ну, то есть, они, в принципе, в комнатной температуре вода, они вот сейчас, они достаточно активные, они постоянно двигаются, постоянно подвижные, занимаются своими улиточными делами, то есть наблюдать за ними все-таки будет интересно. И в хороших условиях, если за ними правильно ухаживать, они могут прожить примерно 4 года. И мне кажется, это достаточно много, 4 года. Самое главное, уход, подмена воды. Сейчас мы еще об этом тоже поговорим. Ну и немножко интересных фактов про ампулярии. Ампулярии относятся к двоякодышащим. Первый пунктик у нас такой. Что же это такое? А знаете кто-нибудь, что такое двоякодышащие? Напишите в комментариях. Прямо даже интересно. Те, кто не занимался акваримистикой, наверное, не знают, что такое бывает двоякодышащие. Так, на моей улитке на домике налет. Хочется ее помыть. Это нормально? Нормально. Налет легко чистится зубной щеткой. Кто знает, что такое двоякодышащие? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Никто не знает. Хорошо. И в воде, и без. Да. Да, все верно. Олеся, молодец. Улитка ампулярия, она живет, не очень, зачастую, в живой природе имеется в виду, зачастую не в очень хороших условиях. Болотистая местность, это медленно текущие реки, это стоячие водоемы, типа озера. И, соответственно, кислорода в такой воде не всегда достаточно. И для того, чтобы они выживали, ну и, кстати, не только из-за воды, это все-таки джунгли, там большие деревья и хищные птицы, которые ими питаются, даже невзирая на то, что окрас у них будет в живой природе не яркий, а коричневый с полоской, все равно этими улитками очень хорошо питаются птички. И для того, чтобы не вылазить полностью из воды, у ампулярии есть секретное оружие. Это оружие называется сифон. Вот мы сейчас у белой ампулярии видим усики, такие два усика. Но помимо этих усиков, она может еще выдвинуть большую такую трубку, и она будет тянуться к поверхности воды. Размытый? Может быть. С помощью этой трубки она вытаскивает трубку над водой, берет атмосферный воздух и обратно опускается в воду. То есть она может дышать атмосферным воздухом. Если же вода, где она живет, обогащена кислородом, ей, в принципе, трубку можно-то и не выкидывать. Она будет получать воздух из воды. И, соответственно, поэтому у нее естественное дыхание. Но, кстати говоря, она в любом случае, даже если в воде... Блин, я, честно говоря, не знаю, почему размыто, у меня очень даже хорошо видно. Очень хорошо видно. Но все равно самое важное я вам расскажу так. Вот, видите, конечно, хорошо. Все равно самое важное я вам расскажу, поэтому не переживайте за текст. Смотрите, если в воде все равно много кислорода, улитка для того, чтобы не потерять способность, для того, чтобы у нее функционировало все правильно, она все равно периодически этот свой сифон должна над водой показывать. То есть кислород получает и атмосферной, и растворенной воде, как рыбки получают. Да? Это первая их такая суперспособность. И вторая, у них еще есть дверца. То есть они могут, если какая-то в аквариуме, либо в естественном водоеме есть какая-то опасность, и кто-то их покусывает, они могут полностью закрыться и закрыть створку свою. Такая роговичная створочка у них, домик свой закрыть, и запереться на долгое время. И эта створка нужна еще не только для того, чтобы спастись от хищников, но и, например, если водоем пересыхает. Если водоем пересыхает, она также остается во влажном грунте, запирается в своем домике и ждет сезон дождей, когда снова начнутся дожди, когда водоем снова наполнит. Видите, у этих улиток есть на что посмотреть, есть зачем понаблюдать даже ребенку. Особенно если вы еще будете рассказывать и показывать, смотрите, вот он сейчас, она сейчас выкинула сифон, это что-то для того-то. А смотри, она сейчас закрылась. Она закрывается в таких ситуациях. Я думаю, ребенку это будет очень даже интересно. Ну и хочется еще сказать то, что ампулярии, они очень хорошо распространились не только в своих естественных водоемах, но и за их пределами. То есть у нас есть аквариумисты, которые выкидывают своих аквариумных обитателей, которые надоели в естественные условия в других странах и городах. И, конечно же, ампулярии стали такими своего рода вредителями, потому что они меняют экосистему в тех странах, где они раньше никогда не жили.
Ну, кстати, вот чуть забыл сказать про сифон, да, мы начали говорить. Длина сифона может достигать 15 сантиметров. И по поводу того, что я сейчас говорил, в Америке, например, ампулярии в некоторых штатах вообще запрещены. Ввоз запрещен ампулярий, как в религии. Но, опять же, повторюсь, ампулярий очень много разных. Ну и живут они как хомячки, да? Хомячок у нас живет 2-3 года, ампулярия живет примерно 4 в хороших условиях. Теперь давайте все-таки поговорим немножко про размножение, раз вы тут уже писали, про то, что у меня улитки размножились. Ну, это, опять же, повторюсь, это сорные улитки. Если говорить про ампулярий, и действительно, куремисты хотят попробовать развести питатели, очень многие хотят. И это интересный процесс. Ампулярии также у нас могут размножаться в домашних аквариумах, в домашних условиях. Для этого, конечно же, нам понадобится и самец, и самка. Эти улитки, к счастью, наверное, они разнополые. Но как определить пол? На самом деле определить пол очень сложно. Надо ее перевернуть и ждать, пока она откроет свою створку, и там мы можем увидеть такой небольшой отрост. Ну, то есть там, понять, мальчик это или девочка. Но в основном так никто не делает. В магазине полчаса продавец не будет стоять с перевернутой ампулярией и ждать, пока она свою створку откроет. Ну, потому что на это нет времени. Возможно, вообще там все будут однополые. Ну, хотя такое бывает крайне редко. И для того, чтобы улитки размножались, берут просто сразу там 5 этих улиточек, 6 этих улиток. По-любому пара найдется, по-любому найдется в таком количестве и самец, и самка. И если будет правильное питание, правильный уход за аквариумом, если все условия их будут удовлетворять, ампулярии способны размножаться. Самое важное, для того, чтобы они не сбегали, ампулярии, их важно кормить в аквариуме достаточно, чтобы они не оставались голодными. Они могут убегать из аквариума. Они же двоякодышащие, помните, о чем я вам говорил? Они могут дышать атмосферным воздухом при необходимости. Это будет очень важно. А вот если они останутся голодными, для них как раз-таки будет важно убежать из аквариума. И вы можете проснуться утром и увидеть, что в аквариуме никого нет. А они где-нибудь на обоях, например, сидят. Вот, поэтому, что использовать в качестве корма? В качестве корма лучше всего использовать, конечно, промышленные готовые решения, промышленные корма. В основном это тонущие таблетки для самов. Любой фирмы, это может быть и Тетра, и Сера, и Джибель, неважно какой. Главное, чтобы была твердая структура, там обычно рисуют томиков. Вот если томик нарисован, скорее всего, это ваш вариант. Кидаете эту таблетку, она достаточно быстро тонет, то есть она не плавает где-то на поверхности, улитки же важно, она будет брать дна, она не будет быстро крошиться и портить воду, то есть улитки. Ну, на самом деле, ампулярии достаточно активные, если вода теплая, они быстро к ней подползут, начнут ее есть. Вот, поэтому такие таблетки самый-самый лучший вариант. Ну и помимо этого, конечно же, можно давать еще и, например, огурец. Можно, в принципе, попробовать дать. Иногда ампулярии, ну, в зависимости от вида, иногда они очень даже любят растительную пищу. И, кстати, в принципе, белковую пищу тоже можно давать. Можно давать, попробовать мотыля. Должны есть. Либо микрочервь, тоже ампулярии могут поесть. Но в небольшом количестве, потому что живые корма, это мороженое корма, они будут очень быстро портить воду, если там содержатся только улитки. Вот. Напомню опять про 25-27 градусов. Это самая хорошая температура для ампулярии. Они очень любят именно такую температуру. И, естественно, само размножение будет происходить не в воде. Ампулярия двоякодышащие, напомню, они способны и могут выходить наружу. И, соответственно, икру они откладывать будут либо на поверхности аквариума, там, где не касается вода, либо вообще из аквариума выползать и снаружи на наружной стенке оставлять свою икру. Икра у ампулярии, она изначально мягкая, когда она только ее выдает, она формирует такую большую-большую гроздь. Со временем, ну, примерно через сутки, она покрывается роговицей, такой становится твердая, и, соответственно, с этого момента, так, трубочник, да, у мальков, да, да, Анна, спасибо за комментарий, да, ампулярии, они тоже могут есть белковую пищу. Но помните о том, что в тех аквариумах, где ампулярии живут с рыбками, в общих аквариумах, да, мы об этом тоже поговорим еще, ампулярии никогда не нападут на рыбу, никогда. Но есть аквариумисты, которые говорят, а вот я видел, что у меня в аквариуме ампулярия ест рыбку. Созревание икры. Ну, по-разному, в зависимости от температуры. Сейчас еще скажу про размножение. И смотрите, как получается. Рыбка, например, умерла своей смертью, или кто-то все-таки ее там повредил, она упала на дно. И вот когда она на дне лежит, а ампулярия голодная, вот такой момент, она может залезть на рыбку, когда она уже там
никакая. И все-таки амбулярии, они же санитары, они видят, что что-то валяется, это что-то, что валяется, будет портить воду, поэтому это нужно по-быстренькому убрать. И тогда амбулярий залазит на эту рыбку и начинает ее поедать. Да, такое возможно, но всегда помните о том, что амбулярии, да и вообще любые улитки, они не способны поймать рыбку и потом ее съесть. А вот как, когда рыбка лежит и портит воду, такое, в принципе, возможно. По поводу икры, по поводу размножения. Да, икра у нас остается снаружи, но для того, чтобы она вылупилась, ей все-таки нужны условия. Ну, честно скажу, если оставлять икру в том виде, как ее бросает ампулярия, не всегда получается вывести потомство. Лично я делаю так. Я аккуратно снимаю эту икру, ну, с помощью перочинного ножа с поверхности снимаю. Беру баночку небольшую, наливаю туда эту же воду. В эту же воду, в баночке, я кладу пенопласт. И на пенопласт кладу уже как раз икру. Баночку закрываю и кидаю в этот же аквариум. Она как поплавок будет плавать. Температура воды будет такая же, как в аквариуме. То есть то, что нужно. Ну и в таких условиях улитки, когда начинают вылупляться, ну, в зависимости от температуры, чем больше температура, тем быстрее они вылупятся, конечно. Чем ниже температура, тем дольше будет процесс проходить. Тут самое важное, чтобы икра не пересохла, первое, поэтому ей нужна влажность всегда. Почему крышку, я говорю, стоит закрыть в этой баночке, да, с ампуляриями, потому что там будет такая, ну, испарение будет, да, и воду будет достаточно влажной, большая влажность будет, это раз. И второе, как бы, как правильнее выразиться, ампулярия, в общем, самый идеальный вариант, если вы действительно хотите развести ампулярий, поместите ее в баночку. В баночку с пенопластом, с водой, для того, чтобы создать все условия. Раз в неделю, там, раз в сутки. Ну, не в неделю, два раза в неделю, наверное, раз в три дня. Я открываю баночку, дать свежий воздух, обратно закрываю. Если они начали вылупляться, вы их увидите на дне банки. Они начинают сползать с пенопласта в поисках еды, прыгать в воду. Ну и тогда вы, соответственно, их можете легко достать. Пенопласт вытащили, выкинули улиток, которые уже вылупились, снова набрали воды, закинули за пенопласт, зазор оставляем для воздуха, закрываем крышку, обратно туда. Вот это самый идеальный вариант, если вы действительно хотите, чтобы у вас все потомство выжило и чтобы ампулярий было много. Если же нет, ну, можно тогда понаблюдать так, вполне возможно, кто-то и в ампулярии выживет. Просто количество ампулярий будет меньше. Мне это интересно просто как премисту, если бы у меня был маленький аквариум, скорее всего, 2-3 новых улитки мне хватило бы и все, больше не нужно. А у икры-то у них очень много, и потомства очень много получается. Ну, давайте попробуем усложнить теперь аквариум. Если все-таки мы попробовали на улитках, и нам действительно стало интересно, можно попробовать посадить рыбку. Конечно же, самой распространенной, самой популярной рыбкой в этом деле является петушок. Для петушка не очень много всего нужно. Фильтр все-таки я бы поставил. Фильтр, я думаю, все-таки важно будет поставить. А вот обогреватель в домашнем условии, если нет резких скачков температуры, можно, в принципе, и не ставить вообще. Сразу скажу, что для таких рыб не нужно брать круглый аквариум. Лучше, если мы хотим создать все-таки идеальные условия, хорошие условия, если мы хотим за ним ухаживать, и чтобы нашей рыбке было хорошо, лучше всего взять либо квадратный, либо прямоугольный аквариум. Про круглый аквариум уже сказал почему, да? И объем аквариума, я все-таки считаю, что не должен быть 10 литров. Чем больше, тем лучше, но меньше 10 литров, ну, не стоит. Опять же, чем меньше у нас объем аквариума, тем больше с ним будет мороз. И помним, да, такой закон? Соответственно, лучше взять на 10 литров. И если мы хотим чуть-чуть еще усложнить, помимо рыбки можно посадить еще живое растение. То есть для того, чтобы посадить живое растение, лучше взять для начала неприхотливое. Я бы, наверное, в качестве первого растения взял бы, наверное, анубис. Как так называется растение? Анубис. Их там тоже несколько подвидов, но, в принципе, я бы, наверное, рекомендовал попробовать на нем. Грунт. Все-таки там уже будут жить полезные бактерии какие-то, будут зарождаться, а у нас рыбка будет ходить в туалет, портить воду, то есть корм будет оставаться. Попробовать все-таки это уже надо, поэтому грунт стоит. И лучше всего, конечно, для петушка попробовать фильтр, вот здесь вот нарисован у нас рюкзачок, так называемый, то есть он будет находиться снаружи, а вот эта пимпочка будет опускаться в воду, чтобы он в воде не занимал очень много места. И после того, как мы уже запустили фильтр, посадили растения, прошло у нас какое-то время, примерно 2 недели, по-хорошему, мы можем уже купить петушка. Да, запуск аквариума, на самом деле, это целая система. Не нужно, не рекомендую все-таки покупать сразу и аквариум, и рыбку. Сначала, все-таки, перед тем, как рыбку запустить, пускай аквариум постоит немножко. Запустите туда, опустите туда грунт, можно посадить, конечно же, растения, фильтр включите, его постоянно работает.
и хотя бы 2 недельки постоит. Конечно же, во всех магазинах продается разная химия, полезная химия, которая способна быстро запустить аквариум. Ну, взять, например, продукцию Тетра, так называемая фирма, так называется Тетра. У них есть жидкости, которые убирают все вредные вещества из воды. Ну и, соответственно, те, которые помогают запустить биобаланс в аквариуме. Это очень важно. Но на стадии вот на вот таком, вот, когда мы запускаем петушка, я думаю, об этом сейчас заморачиваться не стоит, а об этом биобалансе. Хотя бы подождите 2 недели и после этого рыбку закиньте. Рыбки, кстати, петушки бывают разных окрасов. Они бывают разных форм. Здесь представлены 3 вида. Наверное, самые такие распространенные, самые популярные, те, которые, опять же, мы можем встретить очень часто в магазинах. Ну, здесь мы что видим? Мы здесь видим коронохвостого петушка, вот этот снизу, снизу, который петушок такой синий с перьями. Мы видим еще перехвостого, либо розохвостого, называется такой фиолетовый. Окраска, опять же, может быть разная. И супердельта у нас красный петушок, это супердельта, у него, видите, такой пышный плавник. Еще на самом деле есть и слоновье ухо, передние плавники у них очень большие по сравнению с задним плавником. Он будет меньше, но у него будут передние плавники большие. В общем, петушков бывает очень много разных форм и окрасов. И я думаю, каждый ребенок и каждый взрослый человек, который хочет попробовать завести рыбку, может себе подобрать. Самое главное, повторю, квадратный аквариум от 10 литров, можно попробовать живое растение, обязательно грунт, и все-таки фильтрация там уже нужна будет. Вообще рыб очень много разных, интересных. Если мы будем говорить про то, чтобы запускать аквариум, в котором будет содержаться большое количество рыб, ну как большое, относительно большое, да, в зависимости от объема, то мы можем разбить аквариум на разные виды. Смотрите, есть гуппи. Первое, то, что у нас идет, да, здесь гуппи. Они достаточно простые в содержании. Особенно те, которые не очень, как сказать, не очень яркие, наверное, неправильно. У нас, в общем, есть гуппи, которые привозные из-за границы, которые разводятся, породистые гуппи, так называемые. Они достаточно привередливые. Но есть гуппи, еще в советских времен, которые поставались. Они вообще не прихотливые. Более того, они даже у нас живут в Москва-реке, в Москве. Только дикого окраса. Есть. Вот туда выдать выпуск очень много лет назад, и они там прижились. Там, ну, вода идет с таким потоком, что она там более-менее теплая. И гуппи там, к удивлению, пойму, живут. Чем интересно наблюдать за гуппи, например? Чем вообще гуппи интересно? На самом деле гуппи ведь это рыбка, которая первая, ну, по крайней мере, в России, наверное, это подтвердили точно. «Союз-5» у нас была такая станция космическая, и вот гуппи – это первые рыбки, которые в космосе побывали. Вот такой вот аргумент, наверное, самый важный. Ну, помимо того, конечно же, гуппи еще очень славятся и получили популярность, когда люди болели малярией, да, на островах. И на тех островах, где водились гуппи в большом количестве, смертность от малярии была меньше. Вот, наверное, тогда гуппи получили огромную популярность, стали такими популярными. Ну и опять же, гуппи сейчас имеют тоже разные плавники, разные окрасы и прихотливость их на низком уровне, поэтому в качестве первых рыбок, которых можно запустить много, гуппи это первый, наверное, вариант. И я начинал как раз таки с гуппи, с тех еще советских гуппи. Есть еще Данио Рерио. Данио Рерио полосатенькие такие наши рыбки, они тоже достаточно неприхотливые, достаточно активная рыба. Вот для Данио Рерио я бы все-таки рекомендовал аквариум вытянутой формы, не квадратной, а вытянутые. Они очень любят плавать туда-сюда. Ну, в живой природе они вдоль берега плавают, на мелководье. Но в аквариуме, конечно же, им желательное место для плавания оставить. Даже если в аквариуме будут живые растения, мы их будем сажать вдоль задней стенки, ну, или низкорослые растения у передней стенки, для того, чтобы у Данио Рерио было большое пространство для плавания. Помимо этого, у нас еще есть барбусы. Барбусы, не забываем, то, что они тоже стайные рыбки. Барбусам обязательно нужна стая, особенно в смешанных аквариумах. Если барбусов будет мало и в аквариуме будут плавать другие рыбки, они будут говорить: «Эй, друг, иди к нам в стаю, давай поплавай вместе с нами». Рыбка не будет другая понимать, что они от нее хотят, они начинают ее гонять. И рыбке, конечно же, это не нравится, но она начинает плохо себя чувствовать. Поэтому у барбусов обязательно должна быть стая хотя бы 6 особей. По одному барбусам держать вообще не стоит. Кстати говоря, в Россию барбусы попали в 1946 году. И
с того времени началась уже история размножения. Сейчас барбусов тоже очень много. Здесь представлены суматранские барбусы, но сейчас еще очень большой популярностью пользуются не только суматранские барбусы, но еще и барбусы мшистые. И более того, если говорить про Данио и про барбусов, про Данио Рерио, который полосатник и барбусы, сейчас генная инженерия же не стоит на месте и сделали флуоресцентными, так называемыми. То есть компания Glowfish внедрила ген медузы, ген кораллов в ген этих рыб. И эти рыбки теперь могут быть продаются они чуть-чуть дороже, немножко дороже. Они теперь есть салатного цвета, розового цвета, красного цвета, яркие. Особенно если повесить синюю лампу в аквариуме, они будут там прям светиться в этом аквариуме. Ну, мне, конечно, не каждый аквариумист опытный это поддерживает, но тем не менее такое есть, вы должны об этом знать. Если это будет аквариум для ребенка, почему бы и нет, такую рыбку тоже можно туда запустить. Да, почему бы нет? Можно я орбитный фильтр? Сейчас мы еще про фильтры тоже поговорим. Смотрите, у нас еще есть кто здесь. Из простых рыб с содержанием, если аквариум все-таки чуть побольше, потому что Данио Рерио, Гуппи, им, в принципе, особо большой аквариум не нужен. Там, если литров 50, им хватит вполне. Если у нас аквариум литров 100, то мы, в принципе, можем попробовать посадить туда гурами. Гурами вот здесь у нас получается жемчужные, но они есть и мраморные, там есть и шоколадные гурами. Есть гурами целующиеся, они прям подплывают друг к другу и целуют ротиками. Поэтому и целующимися назвали. Гурами тоже очень интересная рыбка в наблюдении. Например, гурами называют еще нитеносцы. Слышали когда-нибудь такое название? Гурами нитеносцы. Но они все гурами любого вида, они все нитеносцы. То есть у них из брюха, помимо плавников, да, есть еще такие две нити вытянутые. Прям ниточки. Но вот, опять же, это же не просто так они у них появились. В живой природе они живут в достаточно грязной, мутной воде. Ну, не грязной, я образно говорю, да. Там илистое дно и поднимается постоянно муть. В общем, они в этой воде видно очень плохо. У них есть глаза, они видят, когда муть рассеивается. Но, тем не менее, для того, чтобы обезопасить себя, природа дала им эти нитки. Этими нитками они пользуются, как мы руками. Более того, они даже здороваются вот так. Ну, как вот люди, да, так здороваются, так вот и они друг другу проплывают, раз, лапками своими, вот этими ниточками, поздоровались, поплыли дальше. То есть это такие органы осязания, потому что в темной воде, в мутной воде видно плохо, и поэтому они все трогают вот этими вот ниточками, где они находятся, свой здесь или чужой, стенка здесь, камень, растение, можно здесь корм. То есть вот такие вот, да, тоже очень интересные наблюдения рыбки. Ну и также здесь еще представлены скалярии. Очень же они мне нравятся, эти рыбки. Они относятся к американским цихлидам. Часто их содержат с неончиками. Они, конечно, цихлиды рознь, но скалярии, в принципе, не такие агрессивные, те же, как африканские цихлиды. Да? Они такие достаточно спокойные, расторопные, скажем так, не всегда они прям активны. Но чем интересна скалярия? Вот скалярия, наверное, больше будет интересна людям, которые поддерживают тепло семьи, которые любят друг друга в семье очень сильно. Скалярии, вот как раз вот они рыбки такие. Почему? Потому что скалярии, они разбиваются на пары. И если пара сформировалась в скалярии, то они очень с большим трепетом относятся друг к другу. То есть мальчик и девочка, да, сделали пару. Если их разлучить, они прям начинают грустить. Если им посаживают другого, они не воспринимают его как своего партнера. Потому что если в гуппи, например, закинуть самца, самку, там все будет нормально. Они там решат. У скалярии не так. Они, если выбрали, они сами выбирают себе партнера. Если они выбрали себе своего партнера, они будут верны ему. То есть они не будут уже плавать с другим самцом или с другой самкой, самец уже не будет плавать, а он будет верить своей самочке, и самочка будет верна своему самцу. И даже в уходе за своим потомством они проявляют такой, знаете, человеческий подход. Они следят за икрой очень внимательно, они готовят место под икру. Если это общий аквариум, они начинают эту икру охранять, плавать, чтобы никто не подплывал. Появляются мальки, они начинают ухаживать за мальками. Но они прям вот такие родители-родители. Поэтому такие скалярии, все-таки для меня такая рыба семейная, скажем так, да. Вот как, например, ставят влюбленные в своих квартирах, в своих домах ставят уточек, мандаринок, да, так вот и скалярии также подойдут. Гоняли эти скалярии малышей Данио, неончиков. Гонять-то они гоняют, может быть такое. Это все очень будет зависеть от пространства. Потому что скалярия, когда взрослая, она очень большая. Ну вот у меня сейчас есть скалярии вот такие вот в высоту, не видно, да, в высоту вот такие плавники. И примерно вот такая вот она в ширину.
И такие, кстати, взрослые уже продаются, тоже можно брать. И, соответственно, аквариум им нужен будет очень большой. Если в аквариуме не будет хватать места, и там даже если будет только скалярий, они скалярий тоже будут гонять. Они к месту очень привередливы, да, им нужно свой закуток, куда никто не сможет залезть, никто не будет лезть. Ну вот такие у нас есть рыбки. Конечно же, все-таки те рыбки, которые представлены здесь, они, ну если брать гуппи, данио и барбусов, они больше для начинающих. Правила на пузыри очень быстро разрушаются, а родители надо именно в этот момент хорошо кормить. Да, да, все правильно, Елена говорит. Все-таки рыбка, которая здесь представлена, она такая в уходе не очень сложная. Ну, я, наверное, в самом начале говорил, что про более сложную акваристику мы когда-нибудь, наверное, в следующий раз поговорим. Потому что, ну, опять же, взять дискус, который мы видели до этого на фотографиях, да, в аквариуме сложном, там совсем другой подход. Там вот уже нужен все-таки большой опыт аквариумиста для того, чтобы за ним ухаживать, чтобы его не загубить. И эти рыбки, они достаточно доступны по цене. Если брать дискусов, то каждая рыбка будет стоить там 1200, ну и выше, в зависимости от окраса. Эти рыбки все-таки по цене доступны для того, чтобы нарабатывать опыт, пробовать, что такое аквариумистика. Но, как я уже говорил, аквариумистика – это далеко не только рыбки. Друзья мои, сейчас большой популярностью пользуются креветки. Сейчас большой популярностью пользуются раки, крабы, аксолотли, тритоны и даже лягушки. Это все сейчас доступно, и за этими животными ухаживать несложно. Они отлично подходят для одиночного содержания и отлично подходят для того, чтобы попробовать себя в аквариумистике, для того, чтобы ощутить, что такое аквариумистика. Вот эти краски животные, аквариумные обитатели, отличный вариант. Вот, ну сразу Михаил пишет, что у меня креветки вишня. Отлично, Михаил. Креветками я тоже пользовался, вишневыми, достаточно долго их содержал, потом, в общем, их подарил. Потому что надо пробовать дальше, я не могу остановиться на одном месте, я начинаю пробовать новых. Вот сейчас большую популярность набирают раки и крабы. Конечно же, с раками живые растения, наверное, не стоит сажать. Недавно только взял. Ну, и как вам, Михаил, как вам креветки? У них своя иерархия, да, вишневая, они там выстраивают свои отношения. Пробовал заводить, не получилось, проблема с температурой. Да, Надежда, у аксолотлей есть одна проблемка с температурой. Давайте мы перейдем дальше, время все-таки у нас не стоит на месте, перейдем дальше, посмотрим, какими проблемами, вообще как ухаживать за этими обитателями аквариума. Вот, если брать крабов, есть три основные крабы, которые прям везде встречаются и пользуются популярностью. Это краб леопардовый королевский. Чем он хорош, чем он интересен? В первую очередь, он всегда может жить под водой. Суша ему абсолютно не нужна, он может всю жизнь под водой прожить. У него есть жабры, он ими дышит прекрасно, как рыбки. Помимо этого, очень интересно то, что окрас королевского леопарда, леопардового краба, он у каждого индивидуален. То есть, с одинаковыми точками, с одинаковым расположением, ни одного краба найти не получится. Я сколько уже пересмотрел, действительно ни одного не нашел. Сначала я об этом и прочитал, потом начал обращать внимание на окраску, фотографировал их, действительно, но нет окраса одинакового. Ну и, соответственно, что для него нужно? Для него, конечно же, нужно будет хотя бы 20 градусов температуры воды, чтобы вода была теплая. Подача кислорода все-таки уже понадобится этому крабу. То есть помимо фильтрации нужно будет поставить еще и аэрацию. Вот, в принципе, и весь уход. Ну и, соответственно, кормить, опять же, донными кормами. Донными, как и для сомиков. Есть отдельно у производителей Тетра, например, и Сера, есть отдельные корма именно для ракообразных. Они тоже отлично подходят для них. Следующий вид крабов – это радужный краб. Достаточно крупный такой представитель, он такой большой, массивный, красивый. Здесь на фотографии, может быть, не так сильно это и видно, но он яркий. У него синяя яркая голова, у него прям ярко-оранжевые лапки. Объем мясника больше. Так. А что еще про краба этого можно сказать, про радужного? Радужный краб, ему все-таки нужна не только вода, но нужна еще и суша. И вообще в живой природе он... Кстати, этого краба еще называют краб-патриот. Знаете, почему он краб-патриот? Потому что он всегда возвращается в свой дом, где бы он ни был. И, соответственно, он убегает в живой природе в мангровые леса, если нет пищи рядом с его домиком. А домик у него, представляете, он может прорыть нору в глубину до 1 метра. Вот такую нору он для себя роет. Вот это его домик такой. И если рядом с домиком нет еды, он убегает по суше, убегает в мангровые леса. Бежит очень далеко.
территория, где они бегают, очень обширная. Но, тем не менее, когда он нашел еду, поел, он возвращается обратно в свой дом. К сожалению, радужных крабов разводить аквариумисты в аквариумах легко, по крайней мере, не научились пока что. Так что, если вы хотите все-таки заняться аквариумистикой, вы можете стать супер аквариумистом, если научитесь разводить крабов радужных в аквариуме, ну, в домашних условиях. Я вам лично прям буду ставить лайки, смотреть все ваши посты, что вы пишете. Над этим сейчас работают, и поэтому, к сожалению, радужных крабов до сих пор вылавливают из дикой природы, привозят к нам. Но они везде есть в продаже, их найти очень легко. Ну и еще один, третий краб, который также пользуется большой популярностью, это краб-вампир. Разный как раз он может быть, есть пурпурный так называемый окрас, вот этот вот, который у нас представлен. Бывает еще черный с красным, с оранжевым. Все это крабы-вампиры. Ну, вампиры они не потому, что они сосут кровь. Сразу скажу, что это не так. Они очень даже дружелюбные, их можно брать на ручки. У нас радужный краб жил 8 лет. Да, отлично, кстати. 8 лет, ну, конечно, не очень много, но все равно 8 лет, я считаю, даже в домашних условиях это достаточно достойно прожить крабу такому, потому что у некоторых не получается даже его содержать. Но мне кажется, как вы считаете, сложно было содержать этого краба, краба радужного, сложно было содержать или все-таки нет? Потому что я считаю, что это элементарное создание, которому надо раз сделать, часть суши, часть воды, поддерживать там чистоту, периодически кормить, все, больше ему ничего не нужно. А вы как считаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я пока расскажу дальше про краба-вампира. Краб-вампир, он получил свое название только из-за такого необычного окраса. Никакого отношения к вампирам он не имеет. Но стоит сказать то, что этот краб-вампир, он карликовый, он небольших размеров, он маленький. И зачастую таких крабиков заводят сразу по нескольку штучек, там 2-3 крабика. Потому что, ну, они прям вот малюсенькие такие крабики. Чтобы прям на руки берешь, боишься, чтобы там не повредить им, чтобы все у них хорошо было. Наверное, про крабиков самое такое важное сказал, но я думаю, стоит дополнить то, что крабики линяют про рака красного неонового. Сейчас мы до раков дойдем, подождите. Из-за того, что аквариумы не чистили, аквариум у нас, ну вот, видите. На самом деле, несложно же содержать крабика, правильно ведь? Несложно совсем. Очень интересно питаться. Да, они питаются так вот прям лапками своими в рот себе берут, кроме очень красиво за ними наблюдать, очень классные. И взгляд у них тоже такой интересный, они так смотрят, внимательно изучают. Самое главное, наверное, о чем стоит еще сказать, то, что крабики линяют, и, соответственно, краб и вампир, и радужный краб линяют в основном в воде. Свой хитиновый панцирь они скидывают, потому что у них же нету кожи, она у нас кожа тянется. Хитиновый панцирь, вот этот, который они находят, они же беспозвоночные, он у них не тянется, поэтому они его периодически сбрасывают. Так вот, чтобы они его сбрасывали и все было хорошо, соответственно, нужно, чтобы pH воды не был кислый. Надо, чтобы вода была щелочная. То есть, ну, конечно же, продают специальные тесты для воды, но на крайний случай вы можете просто подкармливать кальцием, давать какой-то кальций, может быть, даже шкорлупу яичную добавлять. В общем, хитиновый панцирь свой, когда они скинули, возможно, и такие ситуации часто бывают, когда впервые сталкиваются с крабами, аквариумист приходит в один прекрасный момент, смотрит, а там лежит мертвый крабик. И думает, я же все правильно сделал. А на самом деле, просто поменялись условия, крабик в новой воде, в новом доме, он свой старый панцирь скидывает, такое часто бывает. И мы видим этот панцирь и думаем, что все, наш крабик умер, а он там прячется. Да, такое очень часто бывает, поэтому таких моментов не пугайтесь, они скидывают свои панцирьки. Воду слегка подсаливали солью для морского аквариума. Тоже вариант хороший, отличный вариант. Ну что, давайте перейдем теперь к ракам. Какой там вопрос про раков был, где ты это здесь видел? А что вы скажете про рака красного неонового? Я вообще раков очень сильно люблю. Я ими занимаюсь, наверное, года два. Ну, по крайней мере, плотно. Я, конечно, с ними знаком был давно. Давно знаком был. А вот прям вот плотно-плотно начал заниматься, наверное, года два. И я постоянно удивляюсь, какие же они разнообразные, какие интересные. Раки тоже бывают разные. Естественно, с раками нашими, речными раками, ну, нельзя их сравнивать. И в уходе, и по внешнему виду. Наши все-таки они такие бурые, зеленые, не очень симпатичные. У них интересное поведение, все замечательно, но на окрас все-таки они не очень презентабельно выглядят. И помимо этого, нужно помнить о том, что крабы декоративные, которые вот сейчас вот мы видим здесь, это тоже не все, их намного больше, они любят теплую воду. Им не нужна холодная вода. А нашим ракам, они холоднолюбивые, они холодолюбивые, им все-таки
воду нужно понижать температуру. Мраморные белые раки с рыбками плохо уживаются, да. Поэтому я и написали до этого, и я сказал об этом, что это все-таки больше для одиночного содержания, ну, либо видового содержания. С рыбками не все здесь уживаются. Крабики, например, ну, можно, конечно, совмещать, но тоже нужно быть готовым к тому, что если вдруг рыбка крабику попадется, если он ее защипнет, то, ну, как бы мы ее потеряем. То есть, там, если будет рыба не очень ценная, то мы можем посадить. Ну, и с раками также. Если рыба не очень ценная, там, например, кормовые гуппи, которых выращивают для кормления, там, какой-то крупной рыбы, да, то мы, в принципе, можем их держать, попробовать держать с раками. Если же эта рыба ценная, ну, в калярии, например, я бы никогда в жизни не посадил с такими раками. Температуру воды всегда легче поднять, чем опустить. Поэтому вот эти раки, которые здесь писали, они теплолюбивые, и температуру воды мы с помощью обогревателя поднимем элементарно. А вот охладительные системы стоят сейчас очень дорого, они уже есть в продаже. Но они стоят очень дорого, и поэтому пока что холодолюбивую рыбу и холодолюбивых раков мы пока содержать ну, можем, но редко это бывает, крайне редко. Каких раков мы здесь видим? Австралийский рак, он достаточно большой, 25 сантиметров вырастает, ну, взрослый особь, конечно, уже когда. Он ярко-синий, прекрасный образец. Красный калифорнийский рак, замечательный вообще рак. Поведение интересное. Он, кстати, когда видит хозяина через стекло, он бывает такое, то, что подходит, конечно, скорее всего, выпрашивает еду, но прям подходит, он активный такой. А рака можно с петушком посадить? Ну, смотрите, если он хватит его за плавники, если там будут пышные плавники, он за плавник схватит, то, скорее всего, он его оторвет. Но у петушков плавники отрастают замечательно, может быть, только даже другого цвета. Поэтому, ну, такое дело. Мраморный рак. Вот мраморный рак, он, кстати, размножает сам по себе однополый. И мраморный рак, он интересный тоже, активный. Но в некоторых странах и некоторые штаты, Соединенные Штаты, в некоторые, он также ввоз запрещен. И в некоторых странах даже пытаются избавиться от него. Почему? Потому что он попал в живую природу и очень-очень быстро заполонил ее. В домашних аквариумах размножается мраморный рак замечательно. А вот мексиканский карликовый рак, он маленький. Вот если петушку посадить, если у вас там есть аквариумные растения, Екатерина, если есть аквариумные растения, то в принципе можно попробовать, но под наблюдением можно посадить мексиканского рака. Он маленький, а с цихлидами уже другой вопрос. Но опять же, смотри, цихлида его не пробьет. Если они не очень крупные, цихлиды рака не пробьют. Но если краб или рак клешней своей цепанет, он может отщипнуть. Но опять же, это будет, скорее всего, если он цепанет, то будет в темное время суток, когда цихлиды не будут ничего видеть. Раки, они активничают и днем, и ночью. А рыбки днем плавают, а ночью они такие уже чамрочные, опускаются ближе ко дну, и в этот момент рак, в принципе, может его цепануть. Но с мирными рыбками, мексиканского краба, рака, содержать можно. Он небольшой, всего 5 сантиметров, это уже взрослые особи. Он даже аквариумные растения-то особо не трогает. Потому что вот, например, мраморный рак австралийский, он может подергать аквариумные растения. Я пробовал сажать, был просто ужас. Он состригали, просто как газон состригали, всю растючку, которая была в аквариуме, все состригали. Мексиканский рак не такой. Во-первых, он маленький, он там, если что-нибудь еще отщипнет, там особо значительно и не видно ничего такого. Вот такие вот замечательные раки, и тоже очень круто их содержать в аквариуме. Ну, лучше все-таки, я все-таки рекомендую содержать раков, пробовать в видовых аквариумах. Для них уход тоже небольшой. Понятное дело, то, что им нужно поддерживать теплую температуру воды, фильтрация обязательно необходима, выход на сушу не нужен абсолютно. Если мексиканский карликовый рак, то, конечно же, мы будем сажать аквариумные растения. Важно для того, чтобы у австралийских раков, мраморных, красных и всех других, чтобы были не места для того, чтобы они смогли прятаться. То есть должны быть какие-то ущелья, их можно сделать из крупных камней, можно сделать какие-то ущелья из коряк, можно купить готовые уже аквариумные гроты расставить, потому что они любят норки, они такие норные все-таки, да, обитатели аквариума. Некоторые прям берут трубки, нарезают и сворачивают трубки, и они прям в этих трубках живут. Кушают они также, ничего сложного нет, опять же, либо корма для раков крабов, либо опять же для донный корм для рыб. Все. Ну и опять же напомню о том, что чего я не справилась с петушком, температура воздуха там аквариум. Из растений только. Так, Александра, ну давайте переключимся по-быстренькому на вашего петушка. Смотрите, петушки, вы покупали, скорее всего, петушка в магазине.
я так думаю. Просто смотрите, есть петушки привозные, а есть те, которые петушки разводятся здесь, в нашей стране. Я могу вам сказать откровенно, то, что петушки, которые разводятся здесь, они, да, в магазине, а вот петушки, которые разводятся в нашей стране, вы можете прямо у продавцов спрашивать, они, те, кто занимается аквариумистикой, продавцы, они вам скажут, они знают. Аквариумистики, точнее, петушки, которые разводятся в нашей стране, они иммунитетом немножко выше, потому что те петушки, которые приводятся из стран Азии, их все-таки кормят по-другому. Кормят так, чтобы они быстро набирали массу, росли, и, соответственно, здоровье немножко у них губится. И иммунитет у привозной рыбы, у петушков, у привозных, он немножко все-таки послабее. Поэтому, ну, попробуйте, да, попробуйте именно петушка взять такого разведения нашего отечественного. Я думаю, проблем не должно никаких быть. Все-таки петушок это очень такая рыба, простая в содержании. И, кстати, сейчас петушки, некоторые петушки, они даже уже потеряли ген агрессии. Если говорили, мы поговорили уже про петушков, но тем не менее, давайте вернемся, раз начали говорить. Это же рыба бойцовская считается. Почему их содержат по одному? Потому что они начинают конфликтовать с другими рыбками. Вот в этом аквариуме у меня, кстати, здесь аквариум общий, и здесь у меня есть петушок, помимо другой рыбы, есть и петушок, и самка. Долго я к этому шел, чтобы их совместить, потому что он проявлял изначально агрессию, проявлял, не хотел сидеть с другими рыбками. Но я же нарабатываю опыт, поэтому много экспериментирую с этим делом. И все-таки мы нашли компромисс. И, в общем, в этом аквариуме сейчас живет петушок-самец, петушок-самка, меченосцы, кардиналы, ну и сомики. И он все-таки попустился, он изменил свой характер. Так что все возможно, петушка даже можно будет содержать с другими рыбками. Но, правда, надо подбирать по характеру, потому что некоторые проявляют еще генагрессию. Еще один замечательный представитель, которого можно также содержать в домашнем аквариуме и лучше в отдельном аквариуме, это аксолоты. Кто такой аксолоты? Это на самом деле не рептилия и не рыбка, это амбистома, амфибии, амбистома. То есть это, грубо говоря, малек. Малек, который в состоянии, ну то есть это получается амфибия, которая в состоянии малька может прожить всю свою жизнь. То есть как получается? По идее, из икринки появляется маленький аксолот или личинка, растет, растет, растет. У него должны отпасть все жабры, и он должен вылезти на сушу. И он может это сделать. Может это сделать. Но он не хочет так делать. И он может себе это позволить. Он может оставаться ребенком всю свою жизнь. Круто? При этом аксолотль, у него развиваются мозги, то есть он, в принципе, становится умным, развивается. Внешность не развивается, у него остается детская, и половая система тоже развивается, то есть становится взрослой, и он в состоянии такого вот, в состоянии амбистомы, он даже может размножаться под водой, то есть ему не нужно становиться взрослым. Это суперспособность, я считаю, это очень интересные обитатели аквариума. К тому же, конечно же, если мы содержать будем аксолотли, нам понадобится фильтрация и аэрация воды, компрессор обязательно понадобится. А вот обогреватель нам точно не понадобится. Кто-то уже писал, я не запомнил, кто-то писал уже то, что вот, мы не справились с аксолотлем, потому что температуру воды нужно соблюдать. Да, на самом деле вот эта проблема летом, потому что в течение года, в принципе, вода не очень теплая в аквариуме. А вот летом вода, температура воды в аквариуме растет. И, соответственно, в такие моменты к чему мы только не прибегаем. Аксолотли очень интересны. Они бывают разных цветов, они бывают не только белые, как здесь. Они бывают черные, бывают зеленые. Бывают пятнышки, бывают даже двухцветные. В общем, самая основная проблема это лето. И летом что мы делаем? Мы либо в воду опускаем бутылки с холодной водой, для того, чтобы опустить температуру. Либо мы можем его, в принципе, пересадить в холодильник. Взять лоток, простой лоток для еды, налить туда воды и пересадить его в холодильник на период очень жарких дней. Ну и, соответственно, в принципе, когда будет температура в холодильнике пониженная, у него все процессы замедляются, его не нужно кормить. За 40 дней без еды он легко в холодных условиях легко может прожить. Переждали жаркие дни, посадили его обратно, все прекрасно с ним будет, опять будет расти. У него прекрасная красивая корона, посмотрите, какая корона у аксолотля. И эта корона становится больше, если чистая вода в аквариуме и если много кислорода в воде. То есть если компрессор работает хорошо и много растворено кислорода, корона становится прям большой, шикарной. Если же кислород становится меньше, по этим вот, это жабры, это корона, это жабры, они будут уменьшаться постепенно.
как и в живой природе. И он будет уже думать о том, что пора ли мне выходить, наверное, из воды, вода здесь портится, становится во взрослую форму. Вот. Ну и, соответственно, прожить он может до 20 лет, если к нему правильно, за ним правильно ухаживать, правильно с ним обращаться, 20 лет в легкую может прожить. Но это не все суперспособности. На самом деле, аксолотли очень часто используют в экспериментах в медицине. Почему? Да потому что это супергерой по регенерации. Откусили ему ногу, он ее регенерировал, то есть вырастил новую. Хвост откусили, новый хвост появился. Жабры откусили, новые жабры, даже органы. Если ему даже удалить один из органов, он восстановит свои органы. Вот такие вот способности у этого создания интересного. Ну и естественно, мы люди и ученые наши, конечно же, хотят, чтобы и у нас такие способности были. И поэтому, конечно же, им постоянно режут лапки и смотрят, как там ткани работают, как, с помощью чего восстанавливаются все эти органы, потому что это большой потенциал для нас, для людей в будущем. Но аксолотль, если вы обратили внимание, он очень похож на лунтика. И дети, когда заводят аксолотли, они часто лунтиками их называют. Извините, а можно будет где-нибудь потом посмотреть запись вебинара этого? Очень интересно. Ну, на самом деле, не знаю. Насчет этого не знаю. Вы, наверное, в Инстаграме напишите, что и лапы они там уже скажут. Но я вам повторю, то, что еще есть канал Паракуримистика в Ютубе, либо развлекательная страничка в Инстаграме, также называется Паракуримистика. Вы можете еще там очень много материала. Очень много разного материала. Там есть информация. Ну что, пойдем дальше. Посмотрим, какие еще у нас есть. Давайте посмотрим, как аксолотли. Что еще не сказали? Наверное, сказали уже, наверное, все самое главное. Ну и, кстати, аксолотли, если будет парочка, мальчик и девочка, они способны размножаться в аквариуме. Легко. Самое главное создать условия и, опять же, температура воды. Ну и, соответственно, если мы оформляем аквариум для аксолотля, мы кладем туда либо песок мелкий, потому что аксолотли могут по незнанию своему, по неопытности схватить этот камушек и проглотить. Вот этот камушек не вылезет. Поэтому мы используем либо мелкий песок, потому что он даже у молодых особей полностью проходит через кишечник и выходит. Либо берем крупные камни, которые не помещаются в рот. Вот так, такое оформление аквариума у нас должно быть. И можно холодолюбивые растения можно размещать в таких аквариумах. Они их не трогают, но они, в принципе, за ними прячутся и... Хотя они не особо такие вот, что прям засели в углу и не вылазят. Нет, они вылазят, конечно, они активничают, их можно даже засунуть в руку, погладить аккуратненько. Но растения в живой природе у них присутствуют. Ну и, соответственно, в аквариуме их тоже можно поместить. А знаете, что еще интересное? То, что вот эти вот аксолотли вообще, если говорить про биотоп, помните, да, то, что мы когда заводим какое-то животное, мы смотрим, в каких условиях это животное живет в живой природе. Так вот, аксолотли у нас из Мексики. Средняя температура для травника циклона. Все зависит от того, какие там рыбки. Потому что, например, кардиналам, Ярослав, тебе вам отвечаю, кардиналам, например, они любят прохладную воду, а те же неончики, они любят теплую воду. Но в среднем, ну, 25-27, я думаю, это самый такой оптимальный момент прохладить. Надежда, повторю, давайте для вас конкретно, смотрите, если у нас очень высокая температура в аквариуме и упонить никак не можем, то мы можем взять лоток, для еды, налить туда водички и посадить туда аксолотль и убрать в холодильник, там, где у нас овощи, фрукты, там, где примерно 5 градусов. До 40 дней мы можем его вообще не трогать. Ну, конечно, мы будем заглядывать, живой он там или нет, но просто не нужно кормить в этот период, потому что воды в лотке будет мало, и он будет ходить в туалет, травиться. Если мы кормить не будем, то, в принципе, до 40 дней, ну, я, конечно, 40 дней там не тяну, но там 30 дней, 25 можно. Жаркие дни, самые жаркие дни, мы можем передержать его в этом холодильнике, в лоточке. Периодически открывая, смотрим за состоянием здоровья. Если он сильно похудел, вот тогда нужно кормить. Если не сильно похудел, он нормально держится. У него просто все процессы в холодильнике замедляются, температура, потому что низкая температура, все процессы будут замедляться, и ему не нужно будет не есть ничего, он будет такой в полудремном состоянии. Так, на чем я остановился? Про аксолотлей, про размножение вроде говорил, про оформление говорил, про живую природу. Вот, он живет в Мексике, вы представляете, Мексика, там же очень-очень жарко. Но они живут в горных районах, там, где горные озера и ручьи, с гор стекают холодные, поэтому вода там холодная. И, конечно же, когда они вылазят из воды и чувствуют, что там, в принципе, не так-то и холодно, жарко, они не хотят плавать, и остаются такими малышами. Ну, давайте пойдем дальше, посмотрим, что еще у нас здесь есть. Вот, у нас еще есть тритоны. Так, у нас здесь единственное, что самые популярные тритоны, которые вы точно можете встретить в продаже, это
тритон огненно-брюхий, черный с оранжевым брюшком, и тритон иглистый. Но здесь картинка не совсем на него похожа, скорее всего, здесь не он, потому что иглистый тритон такой темно-зеленый с пятнышками, да? А здесь какое-то другое изображение. Ну да ладно, не столь важно. Смотрите, огненно-брюхий тритон, он очень маленький, он 7-9 сантиметров. Как правило, их содержат парами, а то и по 2, по 3, чем лечить рыбок в общем аквариуме. Без вреда всему биотопу. Ну, это очень сложный вопрос. Это как раз таки вот тема, Ярослав. Я думаю, больше, когда мы будем говорить уже про профессиональную акваристику, здесь мы так сейчас больше ознакомительны. И там тогда, может быть, и коснемся этого вопроса. Но на самом деле подход к лечению рыб очень многообразный. Тритончик огненно-брюхий небольшого размера, для того, чтобы его содержать в аквариуме. Аквариум большой, мне, в принципе, не нужен. Но ему, как и крабику, нужен будет выход на сушу. Тоже замечательное создание. Не кусается, можно взять на ручки с ним поиграться. Наблюдать за ним очень интересно. Ну вот, кстати, очень часто совмещают аквариум с растениями надводной форме, либо для аквариума совмещают с террариумными растениями. То есть делают часть, например, воды и часть растений, которые будут постепенно выходить по стенке, и по стенке аквариума подниматься, да, то есть даже делать форму аквариума, переднюю стенку невысокую, а заднюю стенку высокую. Вот в таких вот тритончиках замечательно живут, замечательно смотрятся. Если говорить про иглистого тритона, здесь, конечно же, объем должен быть побольше, они у нас уже 20, а то и 30 сантиметров вырастают в длину. А почему он иглистый? Кто-нибудь знает, почему тритона называют иглистый? Наверное, ты не держал, да? Но на самом деле, я рекомендую, если никогда не пробовали тритончиков содержать дома, попробуйте, очень интересное животное на самом деле. А иглистый тритон, у него на самом деле есть такая особенность. У него есть защита от хищников. Он крупный, его, конечно, любое животное, увидев в живой природе, захочет съесть, но у него есть специальные ребра. Если его сжать, ребра протыкают кожу, они как иголочки, и протыкают, соответственно, либо пасть, которая будет их кусать, либо ладошку, которая пытается их схватить, сильно сжать. Аккуратно мы взять тритончика можем, особенно если мы его берем под низу. Если его сильно сжимать, то ребра прокалывают кожу и прокалывают вот кожу его и прокалывают кожу нас. А так как там у них есть специальный налет, начинается жжение, как будто ладошку пчелы покусали. Вот такое вот ощущение. Поэтому тритончика иглистого нужно брать аккуратненько. А вот у огненно-брюхого вот тритона никаких таких особенностей нет. Мы можем его брать так, как хотим. Точно нас никак не повредит. И пусть он такой маленький, но очень красивый. Черный с оранжевым, смотрится просто замечательно. Помимо тритонов у нас еще есть и лягушки такие же декоративные. Вообще, конечно же, и та, и другая лягушка относится к африканским лягушкам. Эти лягушки, что шпорцевая, что карликовая, африканская лягушка, они не ведут надземный образ жизни. Им суша не нужна. Это не те лягушки, которые будут прыгать по квартире, здесь выпрыгнут из аквариума. Нет. Эти лягушки могут, конечно же, вот шпорцевая лягушка, например, она может выпрыгнуть из аквариума, но далеко двигаться по ковру, там, например, да, по линолеуму она не сможет. У нее очень слабо развиты ноги. На суше она быстро плавает в воде, а вот на суше передвигается очень медленно, и она есть только в крайних случаях, либо по глупости своей может выпрыгнуть из аквариума, либо если уж совсем плохие условия в аквариуме, они в живой природе, в плохих условиях тоже долго не живут, они пытаются найти другой водоем. Но вот если она выпрыгнула из аквариума, значит, это либо она первая, либо она случайно это сделала, либо второе, то что что-то с аквариумом не то, нужно воду менять. У лягушек совместимость рыб с лягушками возможна. Единственное, что шпорцевая лягушка, у нее достаточно большой рот, поэтому с неончиками мы их не сажаем. Берем хотя бы, чтобы сантиметров там 3-4 было, чтобы рот не поместилось. А вот африканская карликовая лягушка, у нее ротик маленький, она сама по себе маленькая, она всего лишь 3,5 сантиметра, она такая вот мулепуська. И поэтому, да, вот даже с мелкой рыбой можно содержать и африканскую карликовую лягушку. Она очень интересно дополняет аквариум, вот в смешанных аквариумах лягушка африканская здорово смотрится. Шпорцевая лягушка и лягушка карликовая африканская, у них поведение своеобразное. И та, и другая лягушка может быстро плавать в аквариум. Может быстро плавать, но делают они это крайне редко. В основном они зависают либо в толще воды, в ожидании чуда, либо на поверхности, либо могут вообще на дно опуститься и сидеть, смотреть на вас, там, на окружающих рыб, которые плавают вокруг, смотреть, наблюдать за всеми. Они такие больше наблюдатели. Но аквариум в целом они очень интересно дополняют. И, конечно же, их можно содержать отдельно. Если мы не хотим сажать улитку ампулярию и пробовать свою аквариумистику, первую аквариумистику, не хотим пробовать на ампуляриях,
мы можем попробовать на этих лягушках. Это очень интересно будет. Кормить их как же можно? Я лично их кормлю живыми в основном кормами, либо замороженными, моты замороженные, все, ну, все, что в магазине продается, но уж сами ничего не выращивают. Все едят прекрасно. Они вообще такие всеядные, любят поесть, особенно шпортовая лягушка, даже дождевых червей, обработанных дождевых червей, прям целиком, у нее лапки еще такие, и она, прям, как если большой, прям лапками помогает себе в рот этого червя засовывать. А почему лягушка шпортовая? Вы знаете почему? Потому что у нее на задних лапках, здесь не видно на фотографии, не очень удачное фото, на задних лапках есть черные коготочки, по 3 коготочка на каждой лапке. Такой, сделан как женский маникюр такой, очень интересно. А вот у африканской карликовой у нее другая есть особенность. Если обратить на шпортовую, на передние лапки, у них черные полосочки, это допустимо для них, это нормально, но у нее на передних лапках нет перепонок. А вот у лягушки, карликовой лягушки, африканской перепонки есть и на задних лапах, и на передних лапах. Вот такие вот у них особенности. Ну и, кстати говоря, африканская карликовая лягушка, она периодически, примерно раз в неделю, ну, раз в две недели, она также скидывает шкурку, и шкурку свою съедает. Ну, как многие рептилии так тоже делают. Я думаю, про рептилии мы когда-нибудь еще поговорим, потому что это моя любимая тема рептилии. Сейчас они набирают популярность тоже в среди аквариумистов, между прочим, набирают больше популярности. Но есть уже прям те, кто занимается именно рептилиями. Что же нам нужно для того, чтобы содержать рыб, для того, чтобы содержать тех же гуппи, для того, чтобы содержать барбусов, дискусов, скалярий, для всех рыб обязательно, кроме, конечно же, лабиринтовых, да, для всех кроме лабиринтовых обязательно нужен целый набор. Это нужен обязательно фильтр, обязательно компрессор и обязательно нагреватель воды, который будет поддерживать стабильную температуру, который будет поддерживать постоянную температуру. Резкие скачки температуры в аквариуме, они недопустимы. Ставим обогреватель, выставляем нужную нам температуру, и он будет показывать, точнее, будет стараться поддерживать ту температуру, которую мы установили. Ту, которая должна быть в биотопе той или иной рыбки, да, о чем я говорил. Компрессор. Кстати, обогреватель, видите, тут, ну, сверху такая пимпочка, она примерно у всех одинаковая, сейчас система примерно у всех одинаковая, где мы выставляем, вот его нужно вместе с этой пимпочкой погружать под воду. Акара и серегоплит больше 40 сантиметров. Видимо, лягушку задумываться не стоит. А могут лягушку поесть. В вашем варианте, да. Обогреватель должен быть полностью погружен под воду. Компрессор у нас ставится снаружи, от него идет трубочка с распылителем в воду. И, соответственно, таким образом будет подаваться воздух в аквариум. А вот фильтрация бывает разная. Вот здесь, опять же, нарисован фильтр в виде рюкзачка. Но фильтр бывает и внутренний. Самый распространенный для небольших аквариумов, в принципе, его можно знать. Для больших аквариумов есть внешний фильтр, он не занимает места в аквариуме, ставится снаружи внешний фильтр, опускаются в аквариум только трубки. Ну и, соответственно, фильтрация там намного лучше. Но помимо вот этих вот двух, трех, да, рюкзачок, внутренний фильтр и внешний фильтр, конечно же, если заниматься профессиональной аквариумистикой, у нас еще есть так называемая протока. Это когда прям из крана идет вода в аквариум и из аквариума обратно в сливную систему, да, такие вот устанавливают протоки. Есть еще сампы, это когда под аквариумом, грубо говоря, еще один аквариум с разными наполнителями, фильтрациями, и из него уже идет, то есть получается вода циркулирует через, грубо говоря, два аквариума. Есть еще донный аквариум, донный фильтр. В общем, фильтрации очень много разных, но самые популярные, самые доступные, которых вам точно хватит, это либо фильтр, рюкзачок, если большой аквариум, то внешний фильтр, если небольшой, то еще можно внутренний фильтр, там только губочка одна идет. До свидания, Олег, мы тоже уже потихоньку заканчиваем. Хочу напоследок еще вот о чем сказать, то, что у нас есть зоны обитания рыб. Если мы формируем рыб разных, разные рыбки у нас будут в аквариуме, тогда мы можем все это дело таким образом распланировать, чтобы у нас в каждом слое воды были свои рыбки. Рыбки вообще делятся, можно разделить их на три вида, которые плавают у поверхности воды, то есть в верхнем слое, да, вот так давайте посмотрим, в верхнем слое воды. Есть те, которые плавают в среднем слое воды, и есть те, которые обитают на дне. Как это определить? Очень, на самом деле, просто. Но есть, конечно же, есть рыбки, которые плавают и там плавают везде, есть такие, но все равно их можно разделить так, чтобы каждого была зона. Вот такой вопрос часто задают. А какой нужен объем для такой-то рыбки, или какой-то нужен объем для такой-то рыбки? Зачастую важен не объем, а важна полезная площадь, потому что сомик
донная рыбка, которая будет только на дне поднимать корм и жить на дне. Ей абсолютно не важно все вот это вот пространство, которое будет сверху. Пускай тут будет объем хоть 300 литров, она все равно же будет плавать только внизу, правильно? Вот, поэтому, когда мы разношерстных рыб сажаем в аквариум, важно как раз соблюдать вот это вот правило посадить тех рыб, которые будут обитать на дне, в среднем слое и в верхнем слое. Ну, давайте еще посмотрим, как это примерно будет выглядеть. Вот смотрите, у нас есть рыбки, почему они на разных уровнях обитают? Потому что у них разный род. То есть изначально живая природа делала так, чтобы одни рыбки ели с поверхности воды. Вот видите, вот на картинке рот загнут вверх, да, у них такая получается пластинка, вверх загнута, чтобы брать поверхности. А вот барбусы, у них рот расположен прямо, соответственно, они будут толще воды брать, да, корм. А вот пресноводные сомики, у них присоска снизу, они вот пытаются снизу где-то что-то взять, ну, либо за стекло еще зацепиться тоже могут. Вот, мы сейчас еще посмотрим, давайте, какие эти рыбки, как вот, ну, как бы я, например, на скидку бы распределил. Есть у нас рыбки линеатусы, видите, какой у них прям такой гребень, они там могут лопатой гребсти с поверхности. Они, конечно же, будут плавать только сверху, они вообще редко пускаются даже на середину аквариума. А вот, например, те же самые кардиналы, красавчики, они очень активно плавают в среднем слое, могут, конечно, подняться вверх и вниз, но большую часть все равно, даже сейчас они здесь есть, они в основном плавают в середине. А вот коридоросы, томики, посмотрите, у них как ротик загнут вниз, с такими красивыми усиками, загнут вниз, и, естественно, он будет собирать все со дна. Если мы так этих рыбок именно таким образом будем сажать, то они, мало того, что они не будут друг другу мешать, точно не будут друг друга задирать никаким образом. И у каждого будет свое пространство, и никаких проблем в аквариуме точно не будет. Ну и, соответственно, это рыбки, которые здесь изображены, это пример. Просто пример. Рыбки, которые будут обитать в верхних слоях воды, их тоже очень много. Которые плавают на дне и которые плавают в центре, их тоже очень много разных видов. Поэтому все зависит от того, какой у вас будет объем, будет зависеть от того, какие цвета вы хотите видеть и, соответственно, от того, сколько времени вы будете хотеть тратить на этот аквариум. Потому что мы можем, например, в верхнем слое вообще никого не сажать, убрать вообще линеатусов, да? Чтобы меньше было грязи в аквариуме, если у нас не хватает объема. Оставить только пару томиков и там 10 кардиналов, например, или там 10 гупяшек посадить. Ну вот таким образом, соответственно, мы и будем подбирать наш состав в аквариум. В аквариум, который уже будет не совсем простой. Это уже аквариум, который будет сложный, в котором будет уже все оборудование. Но все это дело можно еще сильнее усложнить. Если мы хотим его еще сильнее усложнить, мы сажаем большое количество растений. Растений на самом деле очень много всего нужно, особенно привередливым растениям. Например, нужен строительный материал. В качестве строительного материала выступает баллон СО2, податчик углекислого газа. Нужны макро- и микроудобрения. Как рыбкам, мы рыбок же кормим, рыбкам же даем еду. Также вот и для растений еда, это как раз таки будет макро- и микроудобрения. И даже среда у них должна быть своя, то есть у большинства растений есть корни, они через них питаются, поэтому нужно дно правильно организовать. А для того, чтобы организовать правильно дно, ну есть два вида, в основном есть такой слоеный пирог, скажем так, первый слой из вот таких вот камушков, ну поменьше размерами я просто сделал, для того, чтобы видно было хорошо, это вулканическая лава. Усеивают небольшими камнями такими дно, сверху кладут питательную подложку, ну, как на картинке, например, как вариант, да, питательная подложка, ну, это земля, это почва специальная для аквариума. Про курмистика. Ну, напишите где-нибудь мне в Инстаграме, например, я вам отвечу на этот вопрос. И для того, чтобы эта почва не всплывала, нужно еще сверху третий слой положить. Как правило, это песок, например, не очень крупный. Тогда почва будет не всплывать, будет держаться на дне, и, соответственно, под ней будет проходить воздух благодаря вулканической лаве, да, которая показывала, чтобы корни не загнивали. И когда вот мы эту почву подготовили, в нее уже будет этот пирог, уже будем сажать аквариумные растения, которые будем кормить макро и микро, и будем отдельно считывать СО2 баллон как строительный материал для того, чтобы они росли. То есть, видите, растениям тоже нужен большой-большой уход. И помимо этого, растениям еще нужен будет яркий свет. Ну, в зависимости от растений, но большинству растений все равно нужен будет яркий свет. Вот, то есть, аквариумные растения, как видите, это еще отдельный, можно сказать, питон, за которым нужно ухаживать. Если растений много, то помимо того, что мы будем ухаживать за аквариумом, мы будем еще и
ухаживать за растениями, стоит ли придерживаться пропорции. Ну, здесь у каждого мнение свое. Не во всех аквариумах, скажем так, не во всех аквариумах. Помимо того, что за аквариумными растениями нужно будет их кормить, и за ними нужно будет их подсвечивать, досвечивать, их еще нужно будет периодически стричь, потому что они начинают расти, особенно если это почва покровка какая-нибудь, то есть сверху будет какой-то газон формироваться. То есть все как в живой природе. Как вот мы в живой природе видим, да, там есть круглые кустики, их обстригают, где-то газон стригут. В аквариуме все то же самое будет, абсолютно. Нужно будет еще и ножницы покупать специальные для стрижки, потому что они удобнее намного. То есть, ну, абсолютно все то же самое. И помимо этого, если мы подаем СО2, конечно же, мы должны еще следить за балансом СО2. То есть вешается еще вот такая вот капелька с индикаторной жидкостью, которая будет показывать, сколько углекислого газа в воде сейчас на данный момент есть. Потому что этим тоже нужно будет следить. И, соответственно, с помощью большого количества растений мы аквариумную систему еще больше усложним. И 60 минут, наверное, не хватит. Это будет от 60 минут и больше еженедельно. Ну, давайте еще посмотрим напоследок, какие вообще стили оформления бывают. Если посмотрим в слева снизу картинку, вот это биотоп. Помните, я вам в самом начале говорил, что лучше всего для рыб смотреть, в каких условиях они живут. Вот биотопный аквариум и стиль биотопных аквариумов, он как раз-таки заключен на этом. То есть смотрится, как, например, в Южной Америке живут там какие-то рыбки. Смотрится, что находится под водой. Ага, под водой есть корни, есть небольшое количество аквариумных растений, песок. И именно так оформляют биотопные аквариумы. Вот видите, здесь вот как раз-таки песок, корни растений. Ну, это могут быть не обязательно корни, да, это могут быть красивые ветки какие-нибудь и растения какие-то в небольшом количестве. Вот это называется биотопный стиль. И, соответственно, если рыбка будет в таком аквариуме жить, как она живет в живой природе, да еще если там будет аквариум чистить, правильно за ней будет кормить, смотреть за показателями воды, то рыбка, конечно же, будет жить очень долго. Но есть и другие стили оформления, например, и вагуми. Вот здесь не совсем хороший вариант, конечно, вагуми, потому что здесь плохо видно камни. Вообще, и вагуми – это сад камней, то есть ставится три, ну, раньше ставило три, изначально японцы ставили три, сейчас уже до пяти камней доходит, можно поставить пять камней красивой формы и делают низкий-низкий газончик, ну, пару можно поставить растений. Вот это стиль вагуми, главный акцент идет на том, что вокруг газон и там 3-5 камней красиво стоят, да, то есть акцент идет на камнях. Есть стиль еще полюдариума, например, о чем я тоже говорил, что и тритончиков можно, и крабиков можно в полюдариумах держать. Ну, по крайней мере, крабов-вампиров точно можно посадить. Здесь вы видите, да, то, что идут растения у задней стенки, они поднимаются, как во флорариумах, такие растения поднимаются вверх. И есть еще часть водной среды, то есть воды, где можно запустить каких-нибудь не очень пикантливых рыб, тех же самых тритончиков или крабов. То есть такой получается полутеррариум, да, полуаквариум, называется полюдариум. Ну и самым сложным, наверное, если содержать и акцентировать внимание именно на растениях, это, конечно же, будет голландский стиль оформления. Здесь уже в голландском стиле акцент на аквариумных обитателей не идет вообще. Они там должны быть, в принципе, должны быть, для того, чтобы показывать, что в аквариуме есть жизнь. То есть должны какое-то движение делать, воду колебать, грубо говоря. Но они не должны отвлекать, то есть рыбки в аквариуме не должны отвлекать внимание от наслаждения аквариумными растениями. Вот так вот, если правильно выразиться, то это будет звучать примерно так. Тут уже, конечно же, целый сад, и тут очень много времени уходит этот аквариум, потому что почему? Мы должны подобрать, мало того, что мы должны сделать правильную почву, да, для того, чтобы они хорошо росли, правильную подачу того же СО2, правильно давать, поливать удобрения. И помимо этого мы должны еще подбирать, чтобы красивый аквариум голландский смотрелся, правильно подбирать аквариумные растения. То есть, о чем я говорю? То, что, например, не должно сливаться одно растение с другим, должен быть контраст. Но мы здесь тоже можем видеть, да, то, что есть светло-зеленый, темно-зеленый, есть желтенький с зеленым, есть красные вообще какие-то пятна, да, либо темно-коричневые пятна. Вот так вот подбирается. То есть, мало того, что мы должны подобрать по цвету растения, чтобы они контрастировали друг с другом. Мы еще должны подобрать растения по форме листа. Это очень непростая задача. Это надо быть прям профессионалом в этом деле. И опять же повторюсь, что времени будет занимать уйму просто такой аквариум. Но наслаждаться таким аквариумом – одно удовольствие. Ну и очень часто такие аквариумы голландские все-таки у людей больше творческих. У тех, кто любит рисовать, у тех, кто любит
заниматься там, пением, театральным искусством. Вот они как раз таки любители вот таких вот, таких вот красивых аквариумов. Ну и, конечно же, мы, обычные аквариумисты, тоже не исключение. Если есть желание, есть время, то, конечно же, и мы способны, можем и, в принципе, конечно же, оформляем такие аквариумы. Друзья, ну у меня на этом на самом деле все. Я думаю, мы сколько, 1:40, да, пробыли вместе с вами. Почему не показали медленный травник? Ну, потому что времени уже очень много. Конечно, я бы мог еще много-много всего рассказать, много всего показать, но, к сожалению, у нас есть рамки времени. С криптокоинами, да, криптокоин мне очень нравится. Спасибо вам большое за то, что посетили этот вебинар. Спасибо за то, что познакомились. Я вас буду ждать в Ютубе «Пара Аквариумистика», в Инстаграме «Пара Аквариумистика». Пишите, постараюсь ответить на всякие разные ваши вопросы. Всегда, на самом деле, рад ответить вам и пообщаться. Может быть, где-нибудь на выставке даже с вами встретимся. У меня на этом все. Спасибо вам за посещение этого вебинара. И надеюсь, до новых встреч. Пока.